Фигаро тут, фигаро там. С наступлением тепла в городе активизировалась уличная торговля. К сожалению, для продавцов их торговые точки в виде палаток, лотков и просто развалов незаконные. То есть администрация района проводит еженедельные сносы данных незаконных прилавков и строений. То есть при уборке оставляется акт, по истечении какого-то времени опять начинается заставление или установка данных торговых объектов. Главная проблема для контролирующих органов – данные объекты не имеют фундамента и легко переставляются с места на место. Торговцы при проведении проверки быстро сворачивают временные прилавки. Например, эта девушка не смогла предоставить ни разрешительных документов на осуществление торговли, ни документов, удостоверяющих ее личность. Нарушителям грозит административный штраф на граждан в размере 1000 рублей, а на юридических лиц от 3 и более 1000 рублей. Сейчас рассматривается вопрос в Народном Хурале о повышении штрафа за торговлю без разрешительных документов. И также проводятся работы, конечно, по демонтажу временных объектов, к которым относятся киоски, контейнера, в которых складируют какой-то товар. Повлияет ли на ситуацию повышение штрафов за незаконное размещение объектов торговли, непонятно. Но на данный момент ситуация неизменна из рейда в рейд. Работа ведется в тесном взаимодействии с Федеральной миграционной службой. Однако по результатам проверок установлено, что нарушители являются уже гражданами России, а в большинстве случаев даже имеется свидетельство о том, что они являются предпринимателями.